بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من продолжаем наши уроки по книге вопросы и ответы связанные с минимальными религиозными знаниями 135 вопрос Когда является обязательным условием, чтобы вода протекала при очищении от нечистот? Это условие обязательно соблюдать, если хочешь ты убрать сам объем форму этой э, наджасы, очиститься от нее, и воды было мало. Меньше, чем две коллетен, это такое измерение. Коллетейн — это примерно 216 литров, по мнению одних ученых. Ну, так как определенный объем. Есть разные мнения, 196, 216 и так далее. Но суть в чем? Есть понятие малый объем воды и большой объем воды. Вот если мы согласны с тем, что это 216 литров, то тогда больше, чем 216 литров, это будет для нас много воды. А меньше — это мало. Итак, если воды малое количество, меньше чем 216 литров, то обязательно эту воду брать из этой емкости и поливать на, на место, где была нечистота, и ты ее хочешь убрать. Ну а если воды было больше, то тогда не обязательно воду поливать. Можно даже вещь окунуть, допустим, в море. И очищается. Вот взял вещь, окунул в море. Ты же море, их воды очень много. Потом несколько раз в одно место, на другом место, и исчезло. Нету никаких следов от этих нечистот. Значит, все. Не было там условия, чтобы вода была, проливалась по моющему месту. А если меньшее количество воды, и ты опустил туда вещи, на которые были какие-то нечистоты, то эта вся вода стала нечистотой, наджасой. Дабы такого не сделать, нужно брать из емкости воду и в стороне где-то промывать, очищать вещь или часть тела, если есть на джасы. 136 вопрос. Расскажите об условиях, которые обязательно нужно соблюсти для того, чтобы была правильная молитва у тебя. То есть намаз, чтобы был правильный, ассалат, какие условия есть. И ты должен сейчас об этом рассказать. Потому что некоторые люди, вот как будто бы не делают намаз, но у них не принимается. Почему? Потому что они не знают, как делать или не знают, какие условия нужно выполнить. Итак, условие первое – это ислам. У человека, который не исповедует религию ислам, ничего из добрых дел не принимается. То есть Бог не вознаградит его за добрые дела на том свете что он сделал на земле из добрых дел, за это он не получит вознаграждение на том свете, если он был вне ислама. А ислам — это покорность Богу. Это религия всех ангелов и пророков. Значит, ислам — первое условие. Второе — чтобы было у человека знание, точнее, убеждение о том, что время молитвы наступило. Утренняя молитва, какое время он знает, вечерняя, ночная, там, после обеда, в обеденное время. Эти пять молитв он знает времена, в которых нужно их выполнять. И, соответственно, убежденным, будучи, что время этого намаза наступило, он должен становиться на намаз. Если он не знает или не думает, что время наступило, а так скажет, например, «ну, наверное, может быть», то намаз не принимается. У него должно быть убеждение, что время наступило, два условия, мы уже сказали, мусульманин знает о том, что время намаза, которое он сейчас должен выполнять, оно на самом деле наступило. И следующее условие, он должен быть направлен направляющимся в сторону Кабы, то есть направление молитвы. Намаза, грудь должна быть направлена в сторону Каабы. Если он ее не видит, живет где-то далеко от Каабы, то есть знания, позволяющие вот определить, где находится Макка, город, там Кааба, значит, в ту сторону. Ну, север, юг, запад, восток и так далее. Там это надо подробное объяснение дадим. Ну, в общем, направление в сторону Кабы, Кибла. И еще одно условие, что он должен быть способным Отличать, то есть думать, рассуждать. Это мумаиз называется такой человек. И это состояние тамиз, способность отвечать. Например, эти ученые объяснили, что к годам к семи бывает такое состояние у большинства людей, что человек может разговаривать, несмотря на этот возраст, и поддерживать тему, говорить о том, что он может, понимая, что спрашивается, о чем спрашивает, и ответ дает, что знает. Вот такое. Возможно, в 6 лет это будет. Ну, обычно в 7 лет, если произойдет вот такое созревание его, тамиз, то тогда он может и быть и верующим, и соблюдать намаз с пониманием. И следующее условие – это разум. Конечно же, у не сумасшедшего молитвы не может быть, потому что он ничего не отличает. Разум – это значит, чтобы человек был не сумасшедшим. И еще условие, чтобы он не думал что какое-либо из составляющих намаз, из того, что является обязательным, необходимым для выполнения как часть этого ритуала, чтобы вот это обязательно он не воспринимал как желательное. То есть, если у него есть убеждение, что это можно и не делать, но я все равно сделаю, то у него намаз не принимается. Если это касается того составного в молитве намаза, как руку, суджу, там и так далее. То, что является обязательным. Он должен знать, что обязательное в намазе. Это обязательно. И не думать о том, что это не обязательно. Иначе его намаз не принимается. И если выполняет фарт намаз, то есть обязательно, он должен знать, что это фарт. То есть совершеннолетний, если его не будет выполнять, предупрежден о сильном наказании. И с пониманием того, что он выполняет обязанность, и это обязательно молитва, он должен делать это намаз. Еще одно условие, чтобы были закрыты части тела, которые по исламским законам нужно закрыть. У женщин это все, кроме лица, кистей, рук, а у мужчин от пупка до колен. Еще условие, чтобы намаз принимался, это его чистота от всяких нечистот, как мы ранее объяснили, его тело, его место, где он молится, то, что с ним, на нем, и одежда, и остальное, все должно быть чистым от нечистот. И вот эти условия обязательно нужно выполнить для того, чтобы намаз принимался. И недавно один человек спросил о намазе. Что можно было сказать? Самое лучшее, самое важное, что может человек в жизни делать, это быть верующим. Но вот этот верующий, что лучшее из того, что он может сделать в жизни? Это намаз. Поэтому нужно знать, что этот намаз – это наше спасение. Поэтому его нужно делать правильно. Он спасением будет только тогда, когда ты его выполняешь правильно, с правильными убеждениями и все, как полагается по шариату. Шариат – это закон Бога. 137 вопрос. Что означает направляться в сторону Кибла или во время намаза? Что это означает? Направление которое определено в намазе. Это имеется в виду направить свою грудь, вот даже если голову чуть-чуть так в сторону посмотрел, но грудь должна быть направлена в сторону Каабы. Это первая мечеть, это первое построение, которое сделано пророком Адам. Это лучшая мечеть. И в ее сторону, то есть чтобы твоя грудь была направлена именно на эту Каабу, нужно встать так, направляясь в сторону Кабы. Не, не так, чтобы направление было рядом где-то, линия проходит с Кабы, а именно на Кабу. Но это возможно видеть для тех, кто там находится. А те, которые далеко от Кабы, то они должны делать расчеты и есть пояснение по этому поводу. Например, если ты находишься где-то на севере, Севернее от Макки, то значит ты должен направиться в юг. А если северо-запад, северо-восток или э, южнее, чем, то соответственно тому, где ты находишься, в каком городе, в какой стране и как вот, по отношению к тому месту, где ты находишься, в каком направлении город Макка, в котором есть Кааба, и вот это вычисляешь и направляешь туда. Направляешь свое, свое лицо, свою грудь, вот лицом смотришь в сторону Кааба и то, что мог сделать, если сделал, то ты выполнил этот, эту обязанность. Имам Бухари передал, э, и муслим передал, что Пророк Мухаммад, алейхислату вассалам, когда он молился, направляя в сторону Кабы, он сказал, хибла вот направление, молитвы, значит это. Мы знаем, что направление для Дуа, то есть когда ты поднимаешь руки ладонями вверх и просишь у Аллаха, это направление дуа. Но когда намаз ты делаешь как ритуал, то направляешься лицом в сторону Каабы. И должно быть во время наклонов, поясной поклон называется руку по-арабски, в сторону Каабы. Когда сидишь между чтениями, совершением суджудов, тоже направлен в сторону Каабы. В основном ты должен по возможности вот направление сохранять в сторону каабы. А если, э, например, человек не направляется в сторону каабы, то намаз не принимается. А если он видит каабу и как-то так стал, что часть его половины в сторону каабы, а другая часть в мимо, то это не считается вот, например, он должен быть уверен, что вот видит Кабу и полностью лицом направился к ней. А если ее не видит, то его расчеты, которые он сделал, или сделали знающие, а он даже с не умел, и они знающие, он им доверяет, то убеждение его, что он направился в сторону Каабы и сделал все, что для него в данный момент возможно, это является выполнением этой обязанности. А каково положение того, который не уверен, что наступило время молитвы. Или вообще не думает об этом, то, конечно же, намаз не считается, не принимается. Даже если он наугад сделал и оказалось ну, вовремя, ну, потому что он не был уверен, намаз не принимается, так как одно из условий быть уверен о том, что наступило время молитвы. Каково положение того, который, ну, не мумез, и он делает намаз. Конечно же, намаз его не принимается. И поэтому не надо взрослым говорить детям двухлетним, трехлетним, или четырехлетним, или пятилетним, становиться на намаз. Потому что они не мумеизы, они не, не, ну, не, не имеют убеждений, как после семилетнего возраста так и не стал мумеизом. Бывают такие болезни, что слабо развивается, то ему тоже не надо говорить делать намаз. Потому что не принимается. И родители или воспитатели обязаны требовать соблюдения намаза с возрастом ММАС. То есть эти 7 лет, о которых мы говорили, когда в большинстве случаев все становятся такими способными говорить, разговаривать, и с ними можно вести какую-то беседу. И с этого возраста, кто делает намаз, правильно, имея правильное убеждение, конечно же, ему записывается вознаграждение так же, как и взрослому. Но в отличие от взрослого...